Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Умеет управлять созидательным, творческим началом. Формирует изобретательные, решительные идеи. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движение вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Владельцы этого имени восхищают своим живым воображением, творческими и интеллектуальными способностями, своей оригинальностью. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.